На конкурс дети читают стихи. Матовецкая Кристин, 8 лет, гимназия номер 5, город Новосибирск. Иван Андреевич Крылов. Стрекоза и муравей. Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит глаза. Посмотрела чисто поле, нет уж дней тех светлых поля, как под каждым елиском был готов и стол, и дом. Все прошло зимой холодной, нужда, голод настает, стрекоза уж не поет, и кому же в ум пойдет на желудок пить голодный, злой тоской удручена. К муравью ползет она, не оставь меня, кумилой, дай же туда браться силы, и до вечных только дней прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это, доработала ты в лето, говорит ей муравей. Да это вот головчик были, в мягких муравах у нас песни резали всякий час, так что голову вскружил. А, так ты, я без души, лето целое все пело, ты все пела, это дело, так пойди же попляши.